Много-много раз наслышан был, я друзей, я друзей друзей, я товарищей товарищей, что сколько раз уже передавали деньги, и передавали вещи, передавали продукты, передавали много чего на счастье, вообще и на батальон, чисто и на конкретно наш батальон Айдар. И за полгода, что я там нахожусь, я еще ни разу не видел и не слышал, чтобы что-то приходило из нашего города. То есть я насколько вообще наслышан был, что даже вообще за нашу область оно никогда ничего не выходило. Вот. И почему мы сейчас здесь собрались? Вот сейчас у нас есть официальные бумаги от нашего фонда Сузиря. Сузиря — это наш фонд Айдаровский. Вот на человека оформлено эти все документы. Это вот Наум Роман, который будет заправлять вместе с Бартусевич Виталием. Это два именно представителя, два будут представителя чисто от нашего фонда, которые будут именно лицами, действительно официальными, конкретно по филиалу именно в нашем городе. То есть больше никаких ни афер не будет происходить. Хочу обратиться к средствам массовой информации, то есть, чтобы просто показали людям лица, которые действительно реально занимаются вот этой волонтерской деятельностью, просто и больше, то есть к Кайдару, Кайдару никто не подходит, просто не может подойти. То есть это только два человека занимаются. То есть кто бы сейчас просто бы не подходил, не говорил, что он собирает на Айдар, это все, это просто все одни аферисты. То есть вот только вот эти два человека занимаются чисто Айдаром. Вот, то есть мы сейчас будем открывать филиал, мы будем сейчас открывать сайт, все будет очень прозрачно, то есть накопления, которые будут накопляться на наш фонд, на наши счета, это люди, которые помогают, или даже кто может даже не помогать, просто ему интересно посмотреть, зайти, то есть там все прозрачно, все именно конкретно написано, показано, то есть куда это все уходит, где было куплено, за сколько куплено, чеки, то есть все будет именно официально, прозрачно, как оно должно быть. Вот. И в центре помощи наш будет находиться, и наш самый центральный офис в Черновцах будет находиться на улице Героев Майдана, 77Б, помещение протезно-ортопедическое предприятие «Опора». Директор его, как вы знаете, уже все вот этого человека в Черновцах, потому что тоже много чего помогает, много чего сделал, это вот Залевский Роман, вот у него в помещении будет располагаться наш офис. Вот. И... Ну и вот думаю, что вот с этого дня мы будем то есть, начинать уже как-то организовывать это все движение наше волонтерское, потому что действительно мы нуждаемся сейчас в транспорте, транспорта нету. Сейчас, когда мы сейчас недавно похоронили двух бойцов, конечно, слава богу, что они даже не было просто чем забрать, как их просто вот отвезли в больницу. Просто транспорта нету, нету еды, ничего не поступает, ничего не доходит. И потому что так как сейчас мы просто действительно держим самую важную позицию, это ТЭС. И просто реально нуждаемся в помощи. То есть вещи как-никак, что-то есть. А вот именно вот транспорт. Вот у нас нету даже ни тепловизоров, нету ни приборов ночного видения. Были такие парни, которые как бы тоже служили в Айдаре. Ну, якобы служили в Айдаре, тоже приезжали. То есть занимались тем, чем не надо, потому что как бы они там не служили. Просто приехали на недельку, пофотографировались и приехали, решили, что могут приехать домой. И просто уже начать, то есть, заниматься своими делами безнаказанно. Ну, все будут наказаны, то есть, сейчас уже все, как бы, сейчас уже по мере, просто немножко на времени, то есть, и все будут уже, короче, это все изнутри у нас идет. Сначала мы внутри разберемся, а потом уже мы озвучим все имена и всех волонтеров, которые в этом были замешаны. Много афер, много просто действительно денег очень много в Черновцах собиралось, именно на Айдар. И просто ни копейки, ничего никогда туда не поступило, ничего за них не было не куплено. Просто аферисты, которые просто зарабатывают деньги на крови просто вот. Ну это просто аморально, это просто ужасно, короче.